на, ну, насколько я вот вообще насчет этих игроков ничего не знаю толком. Не, я слышал про РТ. Кто-то за кто-то слышит его то, что кто-то рядом, но он не поймет, кто свой или чужой. Никак не осмелится прострелить. Я думаю, тут все-таки 1-1 будет. По домашним картам, я думаю, что все-таки. Ну подожди, в принципе, разрыв пока маленький, 4 очка. Вот он Тейла видел двоих, но не стал суваться. Сейчас попробует подловить. Ой-ой-ой-ой, как он красиво забрал Аник Ю вообще. Я не видел. Взрыв пакетом, вообще красавчик. Аник Ю его не видел, он просто берет, он в спину кидает. Так, так причем далеко кинул-то. И забрал его все. Стайл минус делает с арбальта. Да, Тейла играет здесь технично довольно-таки, все знает, так не спеша, ну, да, вообще. Контроли точки тут отжирается. Ой-ой, как ему фартануло. А, да, забрала на Нике. Есть еще один, оставил он ему, конечно, дэшечек хп. Ой, какой прострел. О, как закинул. Ой-ой-ой, сап, отжог. Да, вот он появился. Лайки респаун, так сказать, счастливчик. Да. Сейчас он заберет арморщики. Я не знаю, почему из геймтек никто не забирает, хотя прям рядом был. Но, может быть, не знает. Вообще, перед игрой бы они бы, если карты не знают, могли бы потестить, в принципе. У РТ, я так понял, замена у них. Ну, у них ТРП, спект ушел. И кто-то у них... А, Икс какой-то. Real Name это DHDX, Castillo. Да, Castillo. Он тоже... Неплохой игрок, по-моему. DHDX все-таки. Вроде там... Вроде шарит что-то там. 13-7, но все-таки разрыв, опять же, не такой большой. Да, забирай, Destyle Tale. Честно говоря, я эту мапу не играл раньше, то есть я ее так... Она такая очень большая, в принципе, как... Да, но она... Не знаю... Мало оружия очень на ней. Это Слим по клавиатуре платит. Да. Ой-ой-ой-ой, сейчас он его все-таки, блин, только вот кто его простреливает, уже 64 хвост. Да, забирали Стайл Кастильо, если забирать Тейла... Ну, уже начинает догонять, в принципе, 16-10. Скорч забирает Дестайла. Опять забирает Дестайла. У нас Тейла ждет ЛД. Так, забирает. Арморчики. Ну, я на самом деле не спешил бы сейчас, правда, лезть как, в бой, так сказать, рашить по-побэвски. Алекс там вообще такой рашит. Носит. Ну что тут, 10 этих, 10 фрагов. Ну да, в 9. А, какой фраг с РПГ. Да, красиво. Но все-таки успел попасть в него. Осталось 40 хп. Игра чисто... В принципе, если геймтек соберутся, то они могут выиграть. Не, ну я... Насколько я знаю, тут это Сэп, но... Ой, Сэп, а... Ты сбил. Сори. Слим. Это ты кому? Там, блин. Ты его забирать заставил. Там набирали. Ой-ой-ой-ой-ой. Несусь, несусь. Молодец. А, пострел. Нифига себе. Да, услышал, он ложи где-то под ним. А, увидел. Не, ну молодец, что не сую. Закостили, что он тут делает? Стоп, это самое нормальное. Ну да, давай тоже это не понаблюдаю. Тейла делает фраг. Еще один фраг. Под стволки. Сэп что-то у нас тут расслабился. Минус мораль. Начинает проигрывать. Давайте, скушайте по шоколадке и начинайте выносить. Да, Кастильо сейчас заберет все-таки... Да, забирает, да, он сапа, вообще просто красиво. Не успел он убежать. Так-таки.
Паузу ставит. Ну давайте поставим паузу. Так, давайте все-таки поставим. Все, потом, наверное, проблемки какие-то. Ну, почему-то никто не голосует, я не знаю, в чем проблема. Угу. Это как-то несправедливо, по-моему, считается. Да, САП выходит. Ну, потому что это не... Вот. Ну, все, пауза. И сразу же поставили паузу. Ага. Не, ну это минус один парень еще. Так, что там у нас? Ждем. Они пишут, у них нету времени. Слим, походу мы сейчас будем вашу игру стримить. Они тут... GameTag, я так понял, все. Не, Сэп вернулся. Сейчас, наверное, или будет продолжена игра, или расходимся. Лакс. Сап лаганул. Ну ничего. Продолжение будет, я так понял. Да, да. Продолжает. Счет yes. 35-12 в пользу РТ. Ну, я думаю, здесь да. Все-таки нет. Ну, шансов уже преимущество сап. Такое. Да, уже есть отрыв как бы хороший. Забирает Костелю Ясвита. И сейчас он просто двигается свободно по карте. Ой, сейчас забирает он сейчас еще будет. Одного. А еще паники. Что там у нас Тейла? Ну, статистика 13-3. О, сейчас он будет кого-то там. Это наверху там у него. Вот Костелю молодец, вот он вообще не лезет, он просто вначале отжирается. Сап минус 2 сделал. Потом потихоньку. О, Тейла. Ой-ой-ой, как он забрал я. Еще один Костелю. Минус. Так, за кем ты смотришь? Я за Тейла цеплю. Он тут пока это минусует. Сейчас еще один. Поджидает его. Ну а пока у Тейла здесь все скучно, мы вернемся. Да. Костильо сейчас. Костильо. Да, он тут. Он здесь все аута бегает. Позиции-то хорошие. И преимущество у них больше. Тут отхавывается тут. Патрончики для Гаусса. Спокойно передвигается. Ну и сейчас пойдет просто убивать. Да, дают ему отпор, конечно, не Солнц. У вас что правильно сделал? О, красавчик, обошел его вообще. Забрал я с вот Тейла, какой РПГ-шечка была. Да, видел он, то, что улетел. Да, он все-таки догоняет Сапа, красавчик. Контролит тут точки. Тейла в это время пока с подстволки. Да. Минус мораль у команды GameTag. Так, еще один. Через ВГ. Да, все. Ой, да, все-таки забирает он САП. Ну, я не знаю, зачем САП лезет вообще. Я бы на его месте просто взял бы и убежал. Ой-ой-ой. Блин. Да, забрал наники. Просто в мясо. Просто разрывает их всех. Так, да, заметил он все-таки на арбалете. Да-да. Поднялся. Ой-ой-ой, как хорошо попал. Дестайл, красавчик. Да. Оставил 51 хп. Пас армор. Костильо. Да, поджидает сейчас Костильо. Ага. Пытается прострелить, но это стена. Он, возможно, убежал уже. А, нет, стоит. Ох, красавчик, забирает он достал. Да. На 41 хп. Сейчас будет питаться. Хотя нет, странно. 61 на 18. Это уже хорошенький, это. Антрых такой приличный, я бы сказал. Да, тут уже, я думаю, 1-1. Спокойно. Можно ставить. Ладно, моечку команду. Пока еще не будем. Вдруг все-таки ясвит соберут, съедят по шоколадке, у них появится мораль, они все-таки сделают их. И Сэп. Мы на это, конечно, надеемся, потому что будет очень зрелищная игра, тогда получится. Но... Вряд ли, но... Может быть, может.
Вот мне еще интересно, не интересно, ну как играть сообща, там, в скайпе, в ТС или еще в чем. Или так. На скил, не знаю, но это. Это нам-то в КБ проще играть. Ну, там в КБ, ТС, как сказать, не проще, играть, я так думаю. Я вот как играл в КБ, я сейчас понял одно, что надо действовать так же, как в КБ. Не раш, чисто играть тактически, ну, тихо, да. Осторожно, спокойно. Контроли точки, то есть. И также общаться по скайпу, там все передавать действия всякие. Не знаю, я пробовал, ну, с командой общаться через скайп, ну, то есть. Вот именно геймер. Оно неудобно мне как бы. То ну, куда там, что, все ну, рашат. Поэтому есть причина своя, так как все быстро там вообще, конечно. Ну да, тут же скорость тут у нас. Это ж не ПБ, что это, ну, пока пошел там на какую-то точку, еще же. Тут уже. Тут уже все рефлекторно приходит. Ой-ой-ой, я никак красиво забрал. Так, ну а сейчас пока посмотрим за Тейла. Он сейчас лидирует. Тейла тут. Ну, хорошо, он отпитался. Под стол, да, забирает он сапа. Слейм. Ой-ой-ой, забирает он Аники. Скинул он своему товарищу. Какое-то оружие дропнул. Все-таки вернул, забрал. Я думал, он все-таки убежит. Ну, он же обычно еще в этом, в тиммесседжах пишет. Дроп. Ну да, да. Увидел, наверное. А, арморчик собирает. Да, не оставляет он вообще соперника. Да, 52 на 100. Сейчас ему аптечки подобрать, я думаю, спокойно можно идти будет. Вот и все. Ну, вот. Ну, а, что ты еще тогда не одну нельзя. Сейчас он на этот. Ну, что-то он вообще ничего не подбирает, конечно, это для него минус. Да. Да, 10 хп, по-моему, мод с отрешающим, так что... Вот он все-таки собрал. Ну, подпитайся ты, куда же ты пошел, зачем? Со 72 счет на 23 и просто игра в мясо, они просто уничтожают своих соперников. Ой-ой-ой, забирать Тейла доставила. Причем красиво так забрал, подкинул на подстволки с арбалета. Дождался своих арморок. Да, видно, что это ихняя мапа, то есть они тут уже приспособились к ней. Да, спокойно все знают, тут движение, отточено, все нормально. Ну, на арбалете же был тип, ну, как ты его не увидел? Ай-яй-яй. Того пропустил, этого сейчас этому помогли. Очень они его, конечно, аптечки покоцали. Ждет. Был красный, но 52 на 7, считаю, ну, тоже среднячком так. Все-таки поможет, наверное, на законе. Да, тут двое. Ой-ой-ой, да. А, да, он забрал. Все-таки ясно, это разменялись они с ним. Но там еще один был рядовый. Но только я что-то... А, вот, забрал все-таки. Скорость ясно. Тейла атакуют. Каждый лес поджидает. Ой-ой-ой, вот. Хорошо подождал, да. Ну, не суйся, не суйся. Только один. Красавчик вообще, ну... Пау он сейчас сделал. Протупил меня. Хилл Джей взял. Гаус. Ой-ой-ой, достал. Поймал на тайминге. Красавчик. Только хотел оттолкнуться и прям в спину ему с дробовика. Так особенно классно бывает, ну, когда отталкиваешься и попадаешь в противника. Ха, ну да. Такой рандом. Да, поджидай здесь опять. Ой-ой-ой, давай. Ну, спамака. Ай, все-таки забрал Одесса. Кот, нетграф отключай, пожалуйста. А как у меня вообще появился вопрос? Мне тоже интересно.
кстати, сейчас как у нас больше спектеет от людей, чем ваш стрим смотрит. Че, у нас спектеет только... У вас 12 человек сейчас смотрят, у нас сейчас смотрят, наверное, все 20. Ну, потому что Шайр интереснее, чем... А там Верба играет? Ну, так это ж папа. Понятно. Если есть Верба, то есть народ. Слим, у вас когда-то начинается вторая карта? Через 7 минут. Ну, у нас заканчивается. А, как раз тут. Еще отдохнем. Даже. Да, остается 4 минуты до конца игры. Счет 8-6 на 28. У GameTech вообще нет шансов. Просто. Ой, как он промахнулся, Тейла. Ой. Допустил ошибку. Тут их сколько? Это 3 человека тут. Не, или трое. Или 2, или 3, не помню. Ой-ой-ой, я себе забрал Тейла. Ну да, сейчас мог сделать такие красивые 2-3 фрага. А вот видит одного с РПГ. Ой, пускай. Хорош. Юник в это время с автомата запулял. Так, посмотрим мы за Кастильо. Он сейчас начинает тоже разруливать ситуацию. Ну, он тут свою точку опять держит. Арморочки всякие. Даус. Взял лжи, стал уверенней. Съел чекро. Капец, у нас 32 человека на сервере. Надо будет вам слоты сделать. А на каком вы сервере? Адреналин геймер там что-то. А, это там, где это, ну... Как у нас игра, сори. 32 слота. Хитбоксер, сап пишет. Ну да, стандартная такая фраза. FPS, хитбоксер. Что же она сделает? Да, не оставил он своему. О, так. 8 хп у Тейла. Напал все-таки на Юник. Он его убил. Ой-ой-ой, забирает Кастильо ветра. Сейчас сделает еще один фраг и догонится он с соперником. Ну, потерял. А, нет, находит он все-таки. Но он решил подняться. Ну как так-то? Ну как? Своего друга. Ой-ой-ой, сколько хп. Да. Подвел его свой, конечно, игрок команды. Но все равно разменял. Минус. Сейчас еще один, если он... не убежит. Он, наверное, в окружении. Да. И все-таки за ЛЖ сейчас. Играет ЛЖ. Поднимается наверх, и сейчас будет минусовать. Да. Ой-ой-ой-ой. Подлетел. Ой, 4 хп, ну... Ого, сколько же... Сколько убежал. Же у него было хп, это вообще... Еще даже... Тейла, 4 хп. Забрал. Попитался. Красавчик. Дестайл тем временем делает фраг, но это не спасает команду. Все, одна минута. Еще. Заходите, достримите вторую карту. Да. Хотя до слотов может Подожди, быть нет. Подожди, надо все подставить, будут флажки, название. Ну, до соточки дойдут, я думаю. Ну да, до соточки они спокойно будут. Ой-ой, Тейла. Свистнул. Фрагатыр, во. Ну, сап уже нервы Пацаны так стреляют, но слов нет. Да? Всё. Я куда не бегу, у меня почему-то у каждого есть арбалет, у меня всегда в голову попадают. Все, Слим, это... Все, мы открываем, короче, выходы. Постарайтесь зайти через меня. Да, еще. Сейчас уже... Да, ну а я пока меняю счет. 1-0. А, стоп, это 1-0, это вот это мало. 1-1. 1-1, да. 1-1 по картам. И счет становится 104-41. Слим, ты можешь остановить запись? Останавливаю сейчас. Сейчас, подожди, альтабус.